В зале «Дом актера» нет свободных мест. На лучших женщин Ленинского района пришли посмотреть коллеги, друзья и близкие люди. Конкурс «Женщина года» проводился впервые. Своих номинанток представили все предприятия Ленинского района. У нас очень много достойных дам, и сегодня они будут все отмечены. Прежде всего, это и деловая женщина, и женщина-мать, и женщины, которые вот в условиях современности сумели проявить себя наиболее активно. Врачи, педагоги, социальные работники, многодетные мамы. Всего в конкурсе было 14 участниц. Лучших определяло компетентное жюри. Выбор был непростой, победы достойны все. Женщин всех все увидят, насколько они талантливые, насколько они великолепные хозяйки, мамы. Какой большой вклад они внесли в развитие Ленинского района. В производство, в культуру, в образование. Цветы, подарки и поздравления получили все участницы. Победительницами конкурса «Женщина года» стали 6 номинанток. Теперь они отправятся на областной конкурс, который пройдет в Самаре весной. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин, ГИС «События».